чем смысл будет номера? Я сейчас буду прятать эту бумажку между двух рук. А тебе нужно просто угадать, какой она в руке, в левой или в правой. Самое главное, чтобы зал тебе не подсказывал. Самое главное, мы проверяем только Дашино внимание, Дашину реакцию. Договорились, да? Помним, самое главное не подсказывать. В какой руке? Левая, аплодируем. В какой руке? Обратно в этом. Молодец, убедал два раза. Давай теперь серьезно. Серьезно, давай, все. Юлия, дай подсказку. Ты можешь поменять свое решение? Даша, ну где? Подожди. А ну давай еще немножко, еще варианты. Не путайся, Дарья, давай. Там 50 на 50, или там, или не там. Давай, все, раскрывай все карты. Аплодисменты Даши. Мы бумажки выбрасывали назад. Верь в волшебство. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, всем понравилось. Сегодня для вас выступал Дон Галлюцинация Юлия Ротовский. Ему аплодисменты можно. И Павел Ильич, мне тоже можно аплодисменты. Не курите, ведите здоровый образ жизни и верьте в волшебство. Спасибо. Дуэт фокусников «Галлюцинация», ваши аплодисменты. Я приглашаю на эту сцену представительницу цирковой студии «Радуга» Катерину Соколову с номером «Воздушное кольцо».
конкурсной программы. И уже близится конец. И сейчас, через 15 минут, перед Дворцом студентов на улице начнется мастер-класс по обручам и развлекательная программа для участников фестиваля, поэтому не расходитесь. Через 15 минут мы вас ждем на улице. Будет интересно. Жюри приглашаем в комнату для голосования. А в 15:30 ждем всех перед дворцом на награждение. Перед дворцом на награждение, да? Я надеюсь, они не отъявятся. Не найди кого-то здесь. Интересно, если я для меня.